VII веке в Александрии занимал патриарший престол святитель Иоанн. Достойно он нес свое патриаршее служение, заботился и о чистоте православия, и о нравственном воспитании своих посомых. Но, пожалуй, главное, прославившее его добродетель, его благодеяние, это была забота о нуждающихся. В Александрии их было 7000 человек, и всех он бесплатно кормил, раздавал милостыню, помогал обиженным, мирил ссоры. Он по складу души своей никогда не отказывал просящим. Однажды святитель встретил по дороге нищего, подал ему 6 сребреников и пошел дальше. А нищий переоделся, забежал вперед патриарха и вновь стал просить милостыню. Святой Иоанн вновь дал 6 сребреников. А в третий раз, когда нищий стал просить подаяния, повелел святитель дать ему 12 сребреников, сказав: «Не Христос ли искушает меня?» Не зря прозван был патриарх Иоанн милостивым. Он с большим трепетом и свойственной ему кротостью относился к людям. Его высший сан не отделял его ни от народа, ни от прислужников. Мог он упасть на колени перед клириком, затаившим на святителя злобу, и просить у него прощения. Таков он был, строгий аскет и молитвенник, любимец Александрийского народа, святитель Иоанн. Незадолго до своей кончины он оставил свою кафедру из-за слабого здоровья и поплыл на корабле на остров Кипр, в свое последнее земное пристанище. И было больному знамение, явился к нему святозарный муж и сообщил: «Царь царей зовет тебя к себе». И действительно, прибыв на Кипр в свой родной город Амафунд, святитель с миром отошел ко Господу. «25 ноября. День памяти святителя Иоанна Милостивого».